Привет, друзья! Вот пришли часы новые от фирмы Rent. Сейчас хочу их немножко посмотреть и уменьшить браслет. Потому что часы уже распечатали, посмотрели, браслет немножко большоват, ну как это обычно бывает. Вот часы сами, себе это дайверские часы, в них можно нырять и плавать, или так скажем так, плавать и нырять. Часы автоматик. Здесь у них завод защищен от воды, как это обычно бывает. Да? Ну-ка, время. Время еще не поставлено. Сейчас поставлю время еще. Еще время поставлю, но пока еще дату ставить не буду, просто поставлю время. Ставится. Ага. Дальше надо было немножко. Ставим время. Время на сколько? Будем смотреть на электронных часах. Так, вот на этих электронных они будут точнее показывать. 17:48. 17:48. 17:40, 45, 48. Так, все. 17:48 закрыли, закрутили, чтоб немножко. Так, все, да, вроде. Закрутил. Закрутил. Все. Часы новые, я их еще не знаю особо. Еще не уверен. Закрутил, не закрутил. Ну все, вроде бы, завод закручен. Так. Теперь вот такой вот у него браслет, бабочка, как это обычно бывает. Браслет бабочкой. В общем-то, я часы немножко коллекционирую. У меня много таких часов. Бабочка, здесь ничего не написано. А где написано? Да вот, написано здесь. Вот здесь вот написано. Так вот, так будет правильнее немножко, да? Rent. Rent, японские часы, знаете, из дома Seiko. В свое время Rent была отдельная фирма, но по каким-то причинам Seiko ее купила, и сейчас они выпускают часы Rent под этой маркой. Так, задача уменьшить браслет. Вот я сейчас смотрю, в какую сторону тут надо давить, давление в какую сторону заниматься, и начну, пожалуй, делать.
Не выдавливается. Часами надо аккуратнее немножко, что на новых часах. Поставим царапину, это будет не особо-то приятно. Вот здесь, в общем-то, посмотрел я через лупу, он не выдавливается. Он... Так, ну что, друзья, проблема разрешилась. У меня была проблема в чем? Шило не входило, не мог я выдавить штифт из браслета. Из-за этого пришлось искать какой-то другой способ. Способ я нашел. Вот игла, толстая игла. Толстой иглой все проходит, все выходит. Где-то я здесь попробовал, вот. Попробовал. Штифт вышел. Сейчас я буду снимать другой. Так. Опа-да. Вот. Опа. Вот здесь огорчение. Вот он здесь. А двойной. Штифт двойной. Здесь. Смотрим, что мы дальше снимать будем. Еще один здесь снимем. Так. Здесь снимем, посмотрим. Можно здесь снять. Ставили, надавили, опа, вот можете видеть, второй штифт тоже вышел, сейчас мы его достанем, опа. Положим рядом с этим. Пускай лежат и ждут своей очереди. Так. Вот. Кость у меня узкая, и поэтому я снимаю примерно так, как я считаю нужным для себя. Так. Давай. Вот, пошла? Пошла, вот сюда видишь. Вот, подожди, стой. Видишь, да? Теперь просто-напросто берешь так. Все. Она, кстати, зашла туда, как это самое. Батарейка какая-то лежит. Батарейка лежит в сейка, Денис. Я вот сюда положу. Ну, положи сюда пока. О, видишь, да, смотри. Видишь, отлично, видишь, как осталось. Что уже, все уже стал мастер. Ну да, мастер, мастер. Ну, вот примерно так. Не надеваются.